Итак, друзья, доброго времени суток. Приветствую вас на моем канале. Мы проходим игру «Зло внутри», вторую часть. Так. Задание у нас. Пройти через сеть, ищите выход D5. Так, ну... Пойдем, значит, через сеть. Так, детали. О, кстати, 215. Этого нам достаточно, чтобы прокачать мозг. Все 500 гели вообще отличные. И ключик еще у нас там был. Детектив Кастелланос. Всегда рада повидаться. Да, привет. Так, шкафчик. Аптечка. Так. Мы здесь хотели... Шум нет. Быстрее передвигаться нет. Вот, очень сильно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. А далее концентрация, которая... Сколько? Так, ну 75 тысяч это слишком много, я передумал. Значит, просто увеличим здоровье. Так, все. Встаем. Так, дальше подойдем к станочку. Так, и увеличим емкость магазина. Огневая мощь на 200%. Ой, на 200, на 140%. 200 деталей стоит. Отлично. Так, D5. Так, а мы в новой локации. Детальки возьмем. Чтобы попасть на склад рядом с убежищем, но ключ у Стивенс. Черт! Я не чувствую руки. Эта дрянь чуть не оторвала мне руку. Из этой пукалки ее не уложить. Нужно что-то покруче. Хорошо бы попасть на склад рядом с убежищем. Но ключ у Стивенс.
Она вернется с ключом и БДРом. Мне нужно просто дождаться. Я так устал. Отдохну здесь и подожду Стивенс. Ну, похоже, ты Стивенс не дождался. Хорошо. Театр. Я иду за тобой. Так, а где он? Эти два глаза. А, вот же он. Черта, здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри. Ну вот, так заходим. Ты не оценил представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне! Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффмана. Давайте посмотрим, что там. Блядь! Было страшно. О. У кого-то проблемы. Так. А как вам попасть? Это нам нужно было. Теперь мы можем больше носить патронов для дробовика. Перепрыгнуть. Сейчас его на части порвут. Ха-ха-ха!
еще один сотрудник. Еще и стрелять умеет. Эй, 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 ты там! Помоги мне! Что стоишь? Ты же меня слышишь? Помоги! Это последнее. Так, ну чё, чувак? Слазь, чё ли? Ты мой спаситель. Я уж почти отчаялся. Ты из поисковой партии. Как оказался здесь? Искал кое-что. И что же именно? Слушай, здесь опасно. Пошли в убежище поговорим. Ну, веди. Пойдем. Так, я не умею так быстро ходить. Вот. Теперь умею. Так, мне надо собрать все, что лежит. Неровно. Сюда не добраться. Спасибо за то, что помог мне. Я Сайкс. Себастьян Кастелланос. Кастелланос. Слыхал о тебе. Ты ведь выжил в маяке, так? Откуда знаешь? Я программист Стэм, но специалист широкий. Могу взломать базу данных. И узнать то, о чем другие не подозревают. Даже члены моей группы. Тогда ты знаешь Лили. Угу. Мы все пытаемся ее найти. Правда, пока безрезультатно. Ты поэтому здесь? Да, но если помощи от тебя не будет, то и разговаривать нам не о чем. Счастливо оставаться. Эй, эй, подожди. Мы еще можем друг друга выручить. Хорошо бы. Знаешь, тут снаряжение есть. Может тебе пригодится. Можешь взять все, что тебе нравится. Захочешь узнать, что я предлагаю, возвращайся. Окей. Сначала мы тут все обшманькаем. Ящики заперты, но я могу открыть их, если поможешь. Сейчас я обшманькаю все. И обязательно откроешь. Так. Давайте поговорим. Ладно, я тебя слушаю. Про какую помощь ты говоришь? Ты должен заново запустить сервер в сети. Это проще простого. Если только там нет этих выродков. Он расположен здесь. Погоди, я еще ни на что не соглашался. Мне-то какая в этом выгода? Если сделаешь это для меня, я открою тебе все тайники с припасами. А тебе это для чего? Если ты запустишь сервер, я смогу отыскать другой путь из Юниона. Есть способ выбраться из Юниона? На 100% не уверен. Но хочу попробовать. Они потеряли связь со Стэм. Мы полностью отрезаны. Если не найдем ядро, все здесь погибнем. Если только я не найду выход. Как это возможно? Ты реально хочешь сейчас выслушать кучу технической белиберды? Значит, нужно просто включить его? А почему сервер вообще выключился? Ты включаешь сервер,
а я пробую найти выход. Посмотри вокруг, все разваливается на куски. Странно, что хоть что-то еще работает. Хотя, не исключаю, что Мёбиус отключил его специально. У них много разных аварийных протоколов. Сомневаешься в решениях всемогущего Мёбиуса? Слушай, я не против быть простым сотрудником. Но когда меня хотят пустить в расход, тут-то я и начинаю искать запасной выход. Смекаешь? Да, смекаю. Ну так ты поможешь мне или нет? Да, 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 да. Мы поможем тебе. Скажи. Нет, нам не нужно ничего говорить. Кофейку. Так, нам нужно найти и включить сервера. Значит, сейчас этим и займемся. Отвратительное пойло. Другого нет, дружище. Кстати. Кстати говоря, можно сделать патрончики. Так, это что? Теперь не надо. Так, нет. Творение мы будем искать попозже. Сейчас пойдем сервера подключаем. Значит, нам надо идти обратно. Так, там нельзя. Идем по тому же пути. Было, алло. А нам нужно бутылку. Так, а где наша бутылка? Я просто прохожу мимо. Так, нет. Где компьютер? Ого. Как я это пропустил-то? Так. Лево-лево. Лево-лево. Да я понял, что надо найти. Сейчас я иду в другое место.
Все, устал, дедулька. Пригодятся. Все? Ну да. Вроде получилось. Теперь назад к Сайксу. О, сколько тут добра. И, естественно, появились минус. Почему мне гель не дают? Ты выскакивает прям вообще зачетно. Так, а тут это с ножом. Вон она. Закрыто. Так, да, я правильно иду. Так. Надеюсь, тут не появилось больше монстриков. На самом деле это очень интересно, то что они умеют лазить по лестницам. Еще ящичек.
миновали. Так, Сайкс. Беги. Позже туда обязательно сходим. Знал, что вернешься. Конечно, я же включил сервера. Ты это понял. Вот эта штучка классная. Блин, а зачем мы качали тогда ту пушку? Так, а дробовик может появиться какой-то новый. Сервер подключен. Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Попробую открыть вон тот. Так, ну я его уже открыл. Этот нельзя.